Мона говорит, что я должен помнить красночерного, когда он стал красночерным. Мне почему-то идет 4 оборота в Торе нашей Вселенной. А это сколько на наши... по нашему времени человеческом. Ну, в годах я такую цифру не знаю, даже как она произносится. Если в нашем линейном времени. Ну, у нас тоже время нелинейно, но не суть. Оборотов земли. Ну, вот ставь вот время, когда я шел в рой, и наша земля крутится вокруг солнышка. Сколько это? Наоборот, Земли это 1 год. Да. Округли до 1000 лет. Сто двадцать семь тысяч, это что? Это общая твоя карьера в Рое? Что-то многовато. Даже для меня. Ты там сколько был, смотри. Аналогично. Это около 5. А мы одновременно сколько были? Я уже пришел к тебе тогда. Ты уже был. После бунта до сейчас сколько времени прошло? Ну, ориентировочно 1,8-2000. Ну, вариант. И смотри, а где я все это время был? В ящике, в каком в сейфе сидел. Чё за сейф такой? От кого я спрятался? Чё там интересное было? Больше 1000 лет в сейфе, в ящичке. Уютно, наверное, было. Чё там такого интересного? Чё они вылазили? Тебя там хранили, он запаролен был. Смотри, кто, что за ящик. Черный прямоугольник, но он близко, он как граненый какой-то. Гробик. Смотри, как выглядит. Что там интересного, из чего сделан. Чего я не выбирался? Как стекло черное. Угу. Ну, нет, это не металл, это Ну да, блин. еще стекло, смотри. Компик. О, отлично. Один ли? Пять, по-моему. Угу. Ну, эта структура держала тебя. Что еще интересного? Да. По-моему, В пиках. в выключенном состоянии ты был.
Выключенном ли? Ну, знаешь, как режим кома. А почему не убить-то сразу? Потому что Ленина не убивают тоже. Причина одна и та же. Использование живым нужен. Да. Символьное свойство. Символьно живой, да, свойство. И... Через тебя какие-то разрешения получали. Так, смотри, какие. Сознание мое было там, нет? Живое, активное или нет? Неактивное. Там использовались только твои допуски, коды. Ну, между нами мальчиками получали разрешение в рот ебать всех. Да? Можно и так сказать. А что еще в ящичке интересно? Где он сейчас? Кто его сделал? Я не знаю, сейчас его нету, не видно его, не ощущается он. А как я выбрался? Раньше не выбирался. Это помощь как по времени с будущего. Что за помощь от кого? Как это выглядело? Что-то как контур заглючил, ты сам вылез. Когда я вылез, я был один, либо кто-то там был вокруг. Корабли, что ли? Тогда сам ли вылез? Смотри. Тебя на борт подняли, долго работали, чтобы вскрыть этот ящик, потому что там системы защиты стояли, чтобы ты не погиб, чтобы тебя не схлопнуло внутри. Да. Если вытащить, да. Самоуничтожение стояло. Так, кто это? Мне этот мужик, командующий флотом, который сюда движется, идет. Ну, ящик, смотри, где был. Вылез. Рой все 2000 лет был в одной вселенной? Получается тогда. Или... Не знаю, Ля, ящик в каком-то пространстве ни хрена там нету. Где-то между чем-то и чем-то, что ли.
Как выглядит, меня вытащил, условно? Да там зоопарк. Те, кто вытягивал, больше на жуков похоже. А как они узнали обо мне, что я там? Какой у них интерес в этом? У них задача стояла во всей этой херне разобраться, которая как чума расползалась. Кто им эту задачу поставил? Жуки-то они, смотри, эту часть строили, либо другие жуки. Другие, это не роевые. А это в какой части Тора произошло? Внизу где-то. Ну, он примерно 3000 лет, как бы, по твоей информации, поднимался. Рой. Вверх. Вообще как-то что за пределами Тора. Как за пределами Торы что-то может выжить. Смотри. Я что-то ни хера не понимаю. Как он как находился, как в нескольких пространствах сразу. Да, это возможно. Смотри физически. Именно ящик где. На то квантовые компы там и стояли, смотри их функции. Функции аж 5 квантовых компов. Какие? Нагонять тебя внутри этой клетки. Во, значит, сознание все-таки было. Какой? Да, я вижу это как лабиринт. Как он создавался, какие функции? Цель его. Что я при этом испытывал, чувствовал. Ну, ты в постоянной битве был там. Ну, можно и так сказать, да. Еще.
Я больше ни твои хрен. комплики. Я ни Конечно. хрена не вижу, я не могу с ними синхронизироваться. Меня выбивает, у меня энергии не хватает. Я устал. Понял. Ладно, отдыхаю. Там все просто на самом деле. Сейчас тоже обесточены. Ладно.